Ну, мы познакомились и виделись только в заведении, у меня на работе. Это нельзя назвать дружбой. И это не то, чтобы мы там встречались отдельно от моей работы. Нет. Мы просто знали друг друга, что мы существуем. Крошки, на этот вопрос еще пока не могу ответить. Я думаю, ответ на него мы услышим в шоу. Оно уже будет через неделю. Життя після проекту. А с этим утверждением я полностью согласна. Вот у меня тут и день, и ночь, и даже рассвет. Афина! Если честно, когда я села в поезд, уже когда проект закончился, я думала, ладно, разве мы это переживем, но я села в поезд, и у меня наступила такая пустота. Это было очень странно, и ты не можешь никому это объяснить, блин. Честно признаться, я вообще ничего не поняла. Я не поняла, как гостиная решила мою судьбу на проекте. Я до сих пор, честно, не понимаю. Я, наверное, просто не настолько высока интеллектом, чтобы это осознать. Сегодня холостяк не выбрал меня, вот, и я поехала домой. Розали, зато мы выбираем тебя.